Привет. Сегодня, когда уже отрисовала своего малыша внутриутробного, поняла то, что его нужно, во-первых, повернуть кверху ногами, так как дети обычно находятся в животе у мамы, и я забыла ему отрисовать пуповину, об этом вспомнила в самый последний момент. Вот так сегодня много физиологии. Вот я, кстати, всех детей, которые в животике, всегда называю там как-нибудь малышики, младенчики. У меня не поворачивается язык сказать там плод или эмбрион, потому что, ну, моего цинизма здесь не хватает. Вот такое у меня прям благоговение по отношению к детям, не родившимся и родившимся. Вот. Ну, короче, покажу, как я все это отрисовывала. Но на стоках, конечно же, приходится все вот эти свои высшие мотивы как-то в сторону отодвинуть и писать, описывать всякими официальными терминами неродившихся детей. Я сейчас про атрибутирование, описание, теги и так далее.